Если это не, если его нет. Ладно, давайте, раз у вас все хорошо. Целую, люблю, пока. Давай, Сань, спасибо, что согласился помочь. Тогда приходи за завтра 25-ку. Завтра 25-ка, блядь. Бля, по идее, но что-то никто не поставил. Сейчас я спрошу у этого. Я, если что, я поставлю. Ну, поставлю. Давайте, чем быстрее зачистим, чем быстрее робота убьем. Быстрее на лбу мы пойдем. Я на тоже. Давайте, я бегу. Как мне пульку убить, да? Пульма, вот. Десятку поставил. У нас, блядь, не мили крита, а не РТД крита. Да, сколько у нас миликов? Это залупа, все. Два милика. Да и похуй. Милики залупа. Крит залупа. Шаманы хуйня. Егор крит. Ну вообще пиздец, а не рейд, но ладно, убьем. Чё тебе не нравится рейд, блядь? Ну смотри, нет, это не шамана. Окей, есть этот демон. Но дестрик больше даст, по идее, под шамана. Хан поломает. Ну окей, вы захилите. А кто хилит? Лириэль, Эллада? Кадру и Холипо один. Да чё такой слабый Миша, блядь? Где твой шмот? Уже давно должен был Ретро одеть, блядь, 225-го. Да он с пуками, если ходил, то не одевался. Надо в будущем лока какого-то менять нахуй на шамана, на Элема или хуй знает на кого. Потому что это чистая хуйня. Ну, да. Достаточно где Элема? Вам бы еще... А, ладно. Ну, типа, у нас, кстати, кажется, вообще без Роди, да? И без Ханта. Типа, нам вообще... Ну, ДК хорошо держит достаточно. Хотя сейчас ты, да, будешь начинать морали, или я буду начинать? Давайте, залетаем, будет полететь. Пока еще ДД. 25-ка стоит, вы выйдете с Ханта. Блин, скажите там, как выйдут. Давай, обновляй. Это же этот ключ, да? Я просто что-то уже и забыл. У тебя же есть ключ на доге вар? Нет, у меня на варе нет. У меня мимиран. Вот это же ключ, правильно? Язык. Ну, знаешь, ты не задавайся таким вопросом. У тебя с 25-ки ключа-то нету. А зачем 50-ки? Ну, не, я просто ну, не понимаю. Ну так планетарий, это же есть ульта. Он как ключ выглядит с завода, который. А, ну да. Этот, запустили тут ХМ? Да, я запустил ХМ. Пойдем почистить. Нади, поехали. Тут новеньких нету нахуй, так что, блядь, все знают. Новеньких? Ну, в плане вообще на всю льду? Но на уголовной полиции тут, по-моему, нужно всем объяснять. Да, на уголовной, кажется, тут был только мораль. Типа, Малак был на уголовне, он убивался на баром, пугами. Но он сидел в гильдии, а потом я просто вышел. Здравствуйте. Кто? Мало. Сейчас вышел из гильдии? Нет, вышел из сети. А. Просто едьте вперед прям. Просто едем вперед.
че вы не себе башню ломаете? Они шкама повесят. В конце, после того, как забудете босса, они зарейдятся. Демон, у нас нету этого. У нас нет шамана. Ты думаешь, демон будет профитить, чем ДПС хороший, допустим, детский? Ну, по идее, бахнет. И этих, и хилов, и РДДш. Это достаточно приятно. Ой, я не могу тебе скрин дать, у меня два окна запущены. У меня игра крашит. Ты хочешь, чтобы я показал, что я нажимаю? Ты все равно ничего не увидишь. Кто там хочет? Юр хочет увидеть, что я делаю на варе. Волшебного, чтобы танчить. Так же, Егор? Ладно, сейчас Егор уже закроет. Правая активность. Рещи, 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 гулять этих пидоров, и все, и начнем уже. Сейчас, 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 Егор, подожди. Вот так вот, Егор, до двух надо будет уходить. До двух по МСК ебать или что? Да, 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 по факту пусть. Пиздец мало. Ты же Егор танчил, да, уголовный в этой шкурсе, что делать? Егор, да, танчил, он со мной танчил уголовный. Всё. Завар вообще легко уголовный танчить и еще сверки заводить, это вообще пиздец. Берешь просто таун бесконечный и все. Давайте, хуярьте быстро. Егор, включился? А, ну, еще будешь уходить, короче, скинь мне с ВДБМ. А, да. А, у Егора есть ссылка, может скинуть. Егор, скинь мне ссылку, пожалуйста. Мы будем хп багать? Не, зачем, так просто закидаем. Это время тратить еще, пока выйдем, пока зайдем. Так, я сел в эту, да, в осадку я. Сбивайте за комнатой, короче, да. Так, я в трофейку или... или в осадку? Кидаем людей? Конечно. Кидаем? Я постреляю, ну, типа. Вот тут сбейте, висит за комнатой колчедан. Сбейте, на мотоцикл сядьте, привезите пару бочек в комнату. Так, смехалка, давай я к тебе, значит. Садитесь по машинам быстрее, не бегайте на маунт. Так, у нас одна тачка уже готова, разрушитель. Все, я тут. Нас мораль вот так, была ранее, блядь. Сейчас повозим. Егор, скинь ДПМ. Фанате морали. Кинул, по-моему, да, скинь. Поставьте шкаф, присамайте морали, у нас чека нет в области. Парни, давай, активней. Локи в Дисе, я надеюсь. Сбейте еще колчатан. Так как бы и Квин тоже возле инста стоит. Он в инсте уже. Давайте. Нажали суммон, полетели. Давайте, я Квина суммоне. Так, сметалки сяду. Потягаю у него, и он меня закинет.
сука. Рассаживайся, ты, напарник. Верчел, ты знаешь, как лапку кидать, да, надеюсь? В кружок звездочку мотоциклы поставьте. А, это, в разрушителях водители. Звездочки, кто водитель? Я, Роль. Мне тогда нужно на мотоцикл сесть, чтобы... Не надо никому, тихо, не надо никому на мотоцикл садиться, не надо никаких проклятий давать. Хорошо. В кружке кто водитель? Смекалка. Долго. Не знаю, Квин, походу. Что-то тактики галочки придумаешь, я хуй, в ахуе. Звёзды. Агру Квин, Квин. А там не надо. Не залазить сразу в пушку, получается? Я в катапульте. В катапульте садись давай. Это босса, я не пушка. Че, пьяный? Квин, давай быстрее. Все. А, у меня мотоцикл сломался в эту. Так, я сел. Алло, на мелких подбейте хоть. Че, че такое, я ж попал по нему, я так и поймал, короче. Ты видел ту подставу, Егор? Тут он мотоцикл занял. Блёточ. Смотрите, тут такие, блин. Мой мотоцикл заморозился в звезде, и он умер. Типа я даже не успел сесть, а он, я бегу к нему, он умирает. Заморожен уже стоит. Бля, мы на этом ходили, на грудь вообще. Только шмот еще. Кожевник есть на ха... а, на хау... хау... Кожевник, да. Так, гигантская кузня, полетели. Чё, я в танка, получается? Квин, у нас время небольшое. Проблем. Давайте, я... Кого? Ладно, запястье, не. Давайте, я танка, я пуляю трэш уже. Да вы как-то нормально линкуете, то сложно понять, за чё разговор. Блять, компобота первого заебашься? Компобота, рэндж наберите, РДД.
Ну, там по боку убейте. Чем быстрее убьют? Убейте сам, хэп под бафом, блядь, стоит просто. Сейчас выведу. Я чело отвечал просто. Ну, а зачем других ахать было? Пульт. Ну, блядь. Слишком сильный компобот. Чем быстрее компоботов убьете, тем будет легче. Давайте техников и все в миле сойдем. Так, один сбили. Я еще один собью кому-нибудь. У меня стан массовый, несколько секунд. Так. Все убили. Я слышал, если баф раздать, будет быстрее ДПС относиться. Ну, я крикнул на АП. Так, 14-15 я договорился, я уже, ну, 14-10 я ухожу. На. Косты не сбиваем, правда. Блядь, я прожег момент. Мертвые не могут сбить. Живые тоже. Бой еще. Выйди с инста просто. Все пиздато, все нормально. Так и должно было быть. Так, все, трэш зачистили, давайте. Бежим быстро. Че, реально без рыб пойдем? Хуя мы убийцы, конечно. Без геры. Без геры, без рыбы, ладно. Че-то. И что, понерфли? Понерфли БКП нахуй, не урон, ебать. Сейчас ты посмотришь, что мы... У нас сейчас нету щитов, нахуй, с которыми мы били, ебать, его. Сейчас посмотрим, как нахуй. Да, нормальная карта, не знаю. Ну, можешь... Зайди на стрим, нормальная карта. Чё, кстати, за лука разума? Ой, ебать, рыбу поставил. Хуя в себе! А, это комнаты в это, я понял. Бать хуйсень какая. А, ну вот. Это вот это. И вот это. Понял. Так.
Что, Егор, понятно, что я нажимаю вообще? Ну смотри, агра набирается, ну плюс строго на пол. Так, по идее, все заебись. Почему, бля, варм следует играть через 30 минут, которого он не знает, что делать? Да не, сердце-то все переводят без этого, без вера. Блин. А ты взял этот Майнбласт? Ой, этот. Внутреннее сосредоточение. Клоноботов взял, захуявьте, чё вы? Чё, бля, как мне свои надо? Вышло. Кстати, массаху. Какие такие? Я сказал массаху под искру и под топ. Видишь, блядь, вот это вот. Вот это вот. Видишь, сервер перезагрузка через 20 минут. Ебать уебаны нахуй. Так, а на что я должен кричать? А на АП должен кричать или на АП? Наверное, как хп. Жалко, жалко. Да, забери, 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 забери. А как я беру? Давайте мудишь, я танчу искру. Так зачем ты танчишь искру? Я забираю искру. Потом мне туда нужно. Тебе сделать два шага не сложно. У нас тут выбор. Забейте это. Так, мораль, выпьем. Мораль. Хорош. Я так и знал, что в ДК не надо было идти. Выполнить. Залупа. Не знаю. Не, давайте это, тэпайтесь быстрее, парни. Стоп, не 1.32? Ну, 26-2 это пухи только, давайте тэпайтесь быстрее. Мораль. Вот, ладно, пуху, погнали, парни. Нет. Давай, напусти на меня, добротненький. Да, парня, вам говорят вещи.
Егор, как тебе интерфейс? Вообще нихуя непонятно, да? Согласен. Если что, Егор, если будет тяжело в пройти, говоришь морали, чтобы он спекался танка. И идешь ДБш. Да-да-да. Графон. Нет дураков. Нормальный нефтюля. Но Дмитрию понравилось. Серьезно, ребята, у нас вчера были в Наксе и Ульге. Ебать, я, блядь, от смеха умирал, нахуй, слезы шли, просто пиздец. Че, парни, с первого трая убиваем? Посланник титанов делаем. Посланник титана или защитник ульдуара, я не помню, что там. Ну иди смотри гайд, хуля. Давай. Ну по факту для РДД тебе главное просто дамажить. Я предлагаю один трай сделать. Че с ним будет? Егор, придется тебе танкить алголона. Просто он, блядь, пока сейчас сидит танк нормальный, блядь, можно было бы потратить. Ладно, пойдем в собрание. Через 15 минут сколько будет? Это будет ровно. Заклинание. Если они... Не-не, через 15 минут ухожу, в общем, прикол. Ну ладно, похуй, если... Не надо, Егорь. Там он знает, что делает. Я берешь, кидаешь билд вот на вот это существо. И просто там таунтишь босса там сверху. Как было, просто ты второй тоже будешь танчить, чтобы ты в портал забегал. Все будет изи, мораль потанчит. По МТ-шке. Да нихуя. Сейчас мы зайдем и, блядь, охуеем сначала. Никто не знает. Короче, Егорыч, если сервер быстро подниму, то я залечу на один трай, а потом ты зайдешь. Главное, что потом опять все равно войне. Да.
Все, полетели, все готово. Сейчас, секунду, сейчас возьму это. Сейчас, сейчас. Блять. Ебать, а чё они так? Кроп-то ладно, хуй, заебок. Кигникас. Верчел, нажми раскол. Нажми раскол. Вчера, блядь, как этот ДК тоже танчил. Сейчас ДК даже сильнее, кажется, приседал, чем вар. В бою там. Уже разбегайтесь, 5 минут, 5 секунд осталось. На рендж один ДДшник, сам? Не, собирай большого. Да, да, можешь забрать. Бля, иди спилить, давай. Тоже забрал. Давай. Забирай. Давай, иди, я спиночку его поставлю. Заходи в лужу. Скинь игру, скинь игру. Ну, кольцо упало. Ты там отодишь или что? Ты не убьешь меня. Беги в мораль, беги в мораль, прям в мораль. Я быстрее лесну. Оба. Не просто, оба. Все понятно, все понятно. Подкручено. Бля, я это отменил. Лес. Не там и немного. Покурим, а не может раньше дать работу. Я на один край на уголом взял. Я сразу Егора дотяг. Тактику расскажите. Можно как раз тактику парню рассказать. Или пойти видосик посмотреть, парня. У вас как раз 5 минут, так там как раз видосик 5 минут. Ну сейчас да, почистим трэш и залетай. А я пока ДПМС поставлю. Рога дали отмен, то мне кольцо, видимо, дали весовое. Как-то странно, ты мне дал кольцо, которое Роге должен был дать.
Да. Че, к Калагарну или к Халгалону? Можешь, идите, смотрите видео, кто него не знает. Я тебе скидывал уже логин, о, блядь. Егор. У тебя все есть. Смотри, вот так вот. Ладно, сейчас я скину. Я последнего не помню, кому я кидал. Сейчас силы готовьтесь, нахуй будете брать. Ебать, будет жестко очень. Сейчас, я скидывал логин этому волшебнику. На, попробую вот так вот. Я не помню. Скажи, подойдет или не подойдет? Все, давай, Егор. Если что, кидай билку, она после каждого портала скидывается, и нужно обновлять. И там можно бесконечно эти звездочки тягать. А в кого билку кидать, в хила? На танка второго. Чтобы звезды тягать. И танчи вторым, чтобы ты в портал заходил. Всегда. Просто когда я, помню, с тобой танчил, я всегда оставался здесь. Ты. Ладно, давайте портал.